Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Румулус, шестая миссия «Город-призрак». В результате войны был разрушен город, который торговал с нами, и жители которого становились послушниками аббатства. Все, что некогда делало этот город великим, теперь лежит в руинах. Люди покинули его, и он представляет собой жалкое зрелище. Если мы хотим, чтобы аббатство процветало, надо восстановить город. Вы должны быстро восстановить... Что ж, миссия ошибочно может показаться легкой. Все сбалансировано таким образом, дабы нам легкой победы не видать. Постройте амбар, повелитель. Милорд, мы должны в короткий срок превратить эту дыру в процветающий город. Да. Советую для начала построить дом лекаря и избавить жителей... Это и правда дыра. Здесь нельзя строить, милорд. Редкая дыра, с которой нам нужно справиться. Итак, будем заниматься собиранием леса. Это наиболее актуальная задача на текущий момент. Здесь нельзя строить, милорд. Где-то 4 таких здания должны нас обеспечить всем необходимым лесом. Так, что касается садов, есть здесь неплохие места для создания яблочных садов. Так, ну пусть будет. У нас здесь есть крестьянин, можно сразу начать расчистку. Как бы сказать, мог бы заняться постройкой вот здесь необходимых садов, но боюсь, люди просто будут умирать пачками, мы ничего с этим не сможем поделать. Так, также у нас есть лорд, который поможет нам расчистить все территории. Так, точно. Так, в настоящий момент я могу только ускорить весь этот процесс. Вилами их, вилами! Также можно начать сбор налогов. Так, что у нас тут можно еще поделать? Так, оружие можно торговать. Ну, по сути, нам здесь оружие не понадобится, можно снести это все. Скажем, поставим мы здесь дополнительно каких-нибудь яблочных садов. Будет не лишним. Здесь нельзя строить, милорд. Ваша светлость. Так, ну скажем, здесь тоже будет один из яблочных садов. Или хотя бы вот здесь. Еда самый главный для нас сейчас ресурс. Опять-таки, нам ее 100% будет не хватать, как бы много мы всего не поставили. Ну, это, так сказать, минимальный резерв, который нужно построить для самообеспечения. Так, продолжаем дальнейшую расчистку территории. Постепенно занимаем нужные места. Лимит у нас населения подходит. Так, ну давайте где-нибудь здесь домик поставим. Один на второй.
Пусть нам хватает всего. Люди неплохо к вам относятся, господин. Ладно, ладно. Парни, вперед! Так, с продовольствием у нас катастрофа самая настоящая. Достроить мне яблочных садов. Да, это слишком много. Может быть, нам дерева не будет хватать из-за этого. Но надо их строить. Ладно, ладно. Это будет бойня. Ай-яй-яй. Чуть лорда своего не похоронил. Доброго утречка. Так что ж, пора заниматься нефтью. Нефти нам реально может не хватить. Надо иметь как минимум 4 месторождения. Ну, если изначально играть, может и 3 хватит. Не 4 должно хватить, по моим подсчетам приблизительным. Также пора заниматься производством зерна. Тоже 4 фермы надо иметь для удовлетворения спроса. Зерно, скорее всего, первое у нас пропадет. А, кстати, самое главное, надо колодец поставить. Без него можно все это потерять. Ну что, надеюсь, нам будет хватать еды. Так, пока есть возможность, буду собирать налоги. И как можно больше налогов. Еще больше, нет, еще больше не буду. Доброго утречка. Еще, нет? Это будет бойня. Так, надо еще одно здание разрушить. Старое, обветшалое. Так, и вполне возможно, господин, что мне потребуется... Мне потребуются дополнительные лесорубы. Скажем, еще 2 здания. Дабы дерева наверняка хватило. Приближаемся к половине времени. В принципе, можно успеть. Даже несмотря на то, что у нас зерновые фермы наши еще не заработали. Добрый день, ваше высочество. Так, давайте ускорим игру. Новые граждане нам срочно нужны. Так, ну то, что я говорил о пшенице, так и произошло. Первое здание по расчищению старых развалин у нас выполнено фактически. Так, теперь ничего не пожалею ради строительства новых зданий. Больше, больше, еще раз больше граждан нам потребуется для этих целей. Хотя бы, наверное, человек под 40. Как видите, половина времени пройдена, а у нас до сих пор нет пшеницы. Хорошие налоги, это когда их нет. Так, наконец-то заполняем места с пшеницей. Так, можно было церковь купить бы, да? Не нужна она нам. Крайне важно обеспечить себя деревом, вот это главный ресурс на текущую игру. Так, дополнительную зерновую ферму поставлю, мало ли, может не будет хватать. Так, 2 мельницы
и куча пекарен. Здесь нельзя строить, милок. Так, хлеб мы отказываемся потреблять. Так, ну где-то в районе 5-6 пекарен нам потребуется для быстрого накопления этого хлеба. Так, ресурсов пока что хватает. Так, дополнительное здание никак нам не помешает. Так, может быть тут лес? Ага. Чуть лес поубавилось. Люди неплохо к вам относятся, господин. Так, продолжают появляться новые люди. И совсем немножко остается для строительства дополнительных пекарен. Так, 4 есть. Ну, 5 или 6 хотя бы будут. О, кстати, не все я успел снести. Последний остаток старой жизни. Ну, давайте, наверное, даже еще одну построю, чтобы уже наверняка. Так, все, вроде бы мне всего сейчас хватит. На яблоневые сады напала тля, господин. Ой, ужасно. Милорд, мы разобрали завалы. Опять-таки голод нам угрожает. Так, ну хотя бы половину потребления поставлю. Это должно как-то выровнять общую ситуацию. Так, и дополнительно поставим жилье. Замечательно. Половина потребления — это нормально. Главное, что люди продолжают прибывать в наш город. Так, начинаем раздавать налоги. Все, люди продолжают прибывать. Раздаем налоги, это не страшно. Так, зерно у нас потихоньку перерабатывается в муку. Хотя бы два пекаря, но работает. Пуст, милорд. Милорд, все наши нефтяники заболели болотной лихорадкой. Так, фиг с этими нефтяниками. Главное успеть собрать хлеб. У нас с хлебом крайне сложно. Господин. Одиннадцать дней всего лишь остается у нас, ну вот первый хлеб только появился. Так, золото заканчивается, это значит очень плохо. Так, ну что ж, будем сносить здание тогда. Если уж не получается по-другому никак. Или нет, яблоко у нас начинает появляться на... Неплохой сегодня денек, мило. Так, отлично. Ну что ж, нам везет. Ресурсы продолжают прибывать. Наверное, поставлю я еще одну пекарню. Здесь нельзя строить, мило. Нет пшеницы, мило. Так, ну пшеница продолжает прибывать. Милорд, в замке пожар. Хватит ли нам колодцев, чтобы загасить пламя? Так, ну набираем потихоньку темп. Люди уходят из замка. Да, тяжелая ситуация. Так, ну тем не менее, я надеюсь, мы не растеряем инициативу. В крайнем случае, я готов сносить ненужные здания. Хлеб постепенно прибывает. С деревом то же самое. Учитывая, сколько у нас этих деревянных зданий, лесорубы хорошо работают. Может быть, я даже их начну сносить.
Так, половину хлеба есть, отлично. Три четверти нефти тоже есть. Люди неплохо к вам относятся, господин. Так, дерево у нас уже будет, наверное, в районе 900 единиц. Так, ну вот, посмотрите, как систематически к нам... Так, вот они, медведи, которых я предупреждал. Нет больше медведей. Наш лорд благополучно расправился с ними. Итак, что касается дерева, скорее всего, все, да? Так, остается нам немного. 150 хлеба где-то надо добрать. Уже 100. Так, все, дерева нам хватает. Сносим. Так, больше оно нам не пригодится. Хотя бы по несколько раз еще пекари зайдут на производство, и все будет в порядке. Нефти нам тоже теперь хватает. Двадцать семь бездельников остается. Крестьяне видели черную кошку. Так, да фиг с этими кошками уже. Давайте быстрее, ребята. Люди уходят из замка. Ну что ж, фактически мы победили. Мы победили, господин! Ну что ж, друзья, с вами был Ромулус. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь обязательно на мой канал. До скорого!